мяч. Давид Мухбадзян оказался прав. И этот розыгрыш будет переигран. Это коронный элемент Давида Мухбадзяна. Очень четко переводит мячи с диагонали по линии. Что форхендом, что бэкхендом, без разницы. 15-30. Здесь все четко читал Мухбадзян. По 30. Вот так вот. Спасибо челленджу, может сказать в этом гейме Давид Мухбадзян. Если бы не такая возможность посмотреть повтор, то ему был бы засчитан аут. Счет бы стал 0-40. И с 0-40 выбираться куда сложнее, чем с 0-30. А вот уже и сетбол, но на этот раз на подаче Давида Мухбадзяна. То есть в общей сложности третий сетбол. Настраивается на подачу аргентинец. Четкая реализация момента. И Давид Мухбадзян выигрывает первый сет со счетом 6-2.